танцы тают. Вот увидел тебя и сразу подойти захотелось. Ты как наркотик после первого употребления. Тебя хочется. Месье, а можно с вами познакомиться? А я разве месье? А ты разве девушка, что ли? Девушка, а давайте познакомимся. Я не знакомлюсь, извини. А ты в Бога веришь? Да. Давай познакомимся ради Бога. Девушка, вы такая красивая, а можно с вами познакомиться? Прямо ангел воплоти. Спасибо, но у меня уже есть парень. Шлюха. Ну а ты смотрела Гарри Поттера? Да. Тогда покажи мне свою тайную комнату. Девушка, я, кажется, вас в порнухе видел. Да, и как я тебе? Не важно мнение моих фанатов. Давай поговорим в менее напряженной обстановке. Твои глаза, форель. Твоя кожа, чешуя. Такая же мягкая. Твоя талия, хвост рыбки. Такая же тонкая. А потом попа, как две икринки. Пока. Ведь на нее ты лузер. Надуза автопиды мигом парень. Ты че, пила сегодня? Нет. С чего ты взял? Эх, девочка моя, таких как он еще победаешь. Жизнь одна, не надо тратить ее на каких-то мудаков. Че, бабоньки, сегодня мамочка вас всех угощает. Да конечно с тобой поедем на Мальдивы, подруга, че ты обижаешь что ли? Вот прям завтра билеты купим, еще на Гуа хочу. Почему я опять нашел у тебя пустую бутылку? Ты ту-ту, что ли? Мне врач прописал от нервов кардиовенолог, да. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Нет, смотри как надо. По ресторанам. Ты такой, я в туалет, носик припудрю. А ты не знаешь, почему у всех чай? Пить меньше надо. Что? Да кто пил вообще из нас, а? Я вообще чуть-чуть на дождь пила. Че? Можно мне, пожалуйста, Биг Мак? Нет, чикен делюкс можно? Блин, картошку фри, да? Нет, не то. Зеленый чай, пожалуйста. Красиво. Можно бургер и картошку? Сколько это получится? 150 рублей. Чтобы не мне на колу еще хватает, можно еще колу? Фиолет. 250 рублей. Магия цветов со льдом наших стаканах. Ну чё, KFC, Бургер Кинг или Мак? Можно мне, пожалуйста, как его там, тут Цезарь, который, с курицей, Цезарь? О, да, точно. Ваша очередь. А можно мне, пожалуйста, я наелась. Так ты же ничего не съела, давай я доем. Ладошки уже далеко зашли. Почему они положили кисло-сладкий? Они чё, офигели там? Перестаю дышать, звуки на минимум. Помнишь Олеську с 9 В? Да, помню. Прикинь, она залетела. Че, нет, бред какой. Я тебе говорю. А я тебе говорю, что нет. Да скоро экзамены, нам надо готовиться. Срочно. Хорошо. Срочно надо готовиться. Да завались экзамены. Мир во всем мире. Какая же молодец! Угли приготовила, мясо сделала, костер развела. Кто молодец? Конечно же ты! Бабок вообще нет, не представляю, как я жить дальше буду. Ой. Надь, слушай, так это, у меня бабки появились. Где они? Они должны были приземлиться уже час назад. А вдруг они... Нормально, сейчас приедут скоро. Да что ты на фигню смотришь? Переключи на новости! Ладно, работать устроишься. Какая работа? Мне видосики надо снимать. Алена Дюк, у меня к тебе вопрос. Как пожарить яичницу? О, спасибо. Мука. Вода. И яйцо. Ну вот, что сложно-то? И ничего делать, он сейчас проснется. Я совершенно не умею готовить. Тут у меня же пицца замороженная в холодильнике есть. Это ты сама готовила? Да, конечно, сама делала. И она что? А? Да ладно! И да, и ну. А почему? Да? Да ну нахер! Как это включать? Берешь и нажимаешь. Я боюсь. Дорого. А вот у нас в городе не 169, а 157.
Девушка, может вас сфотографировать? Да, конечно, вы так любезны. Блин, я что-то проголодалась. Может, в кафе зайдем? Зачем в кафе? Хлеб есть. Колбаса есть, все для тебя. Девушка, вы не подскажете, как доехать до центра? Ага, направо, а потом по эскалатору. Ой, ладно, пошли. Это же Макдональдс, пошли! Это же метро! Можно вставать. Импульсы города на крови отдать. Слишком рискованно им доверять. Ты чё? У вас чё, молоко не своё? Ещё скажешь, что яйца не свои. Не свои. Ну что, пойдем бегать? Ты что? Какой бегать? Пошли лучше светскую жизнь семейства Кардашьян посмотрим. Сфоткаешь меня для Инстаграм? Окей. Так, нужно выбрать что-то сексуальное и элегантное. Ну что, нормально? Привет. Как дела? Блин, а я закрыла дверь. Пацаны, там брюлики есть, налетаем. Блин, почему они у меня такие маленькие? Да не переживай, до 6 класса это нормально. Вообще-то я уже в универе учусь. Это ни в какие ворота не лезет. Что делать? Попробуй антицеллюлитный крем от Джур Спа. Только потом вот этим обязательно помажь, чтобы увлажнить кожу. Спасибо! Да попробуй, я тебе говорю. Да нет, нет, ты что? Да не стыд, я тебе говорю. Ладно, это будет на твоей совести. Принеси мой крем. Какой? От Джур Спа! Это же Люська! Люська, привет! Давай селфи. Кто? Ой, извините, пожалуйста. Давненько не было задниц в моем профиле. Тебе даже это нравится, не секрет. Что больше секретов нет. Значит так, мы с тобой теперь вместе. Сейчас берешь, удаляешь свой Инстаграм, мы создаем двойной Инстаграм, и позже я составлю расписание, когда мы будем делать совместные фотки. Где наша лучшая норма протеина? Маминых котлет, у тебя нет котлет. В своих треках меня называешь бич, но... Блин, у меня 100 лайков под фоткой. Я хочу стать знаменитой. Так стань блогером, в чем проблема? Нет. Для начала тебе нужно поставить хэштеги, потом продать кошку за 8-й фотки и начать снимать всякую херню. Точно, у меня же новые кроссы, нужно сфоткать. Какой красивый листочек, нужно сфоткать. Какой красивый пейзаж на фоне мусорки. Эх, сегодня такой хороший день, нужно столько всего успеть. Так, я играла с Sims до 3, потом посмотрела сериальчик. Когда это солнце вообще успело встать? Вставай, собирайся, уже обед. Ма, ну еще утро, 1:55. Ну что, да? Где мой кофе? Зай, ну просыпайся. Ты вообще охренела? Ты как человек-то будешь? Хотя так мужа вообще никогда не будет. Вообще охреневшие люди. Десять часов. Ой, ты все равно уже опоздала на пары. Блин, на работу вставать. Еще в туалет хочу.